Как доводить дело до конца? То первая ступень, то мантры и шумы, и все такое классное, но понимание нужно начать. Необходимо знать, что самая удивительная и самая лучшая медитация в жизни – это медитация нашей жизни. Медитация нашей жизни заключается в том, чтобы те идеи философские, которые я даю в эзотерической школе Кайлас, чтобы эти идеи в жизнь свою продвигать. Вот я всегда говорил, знаете, любите людей, любите близких, проявляйте эту любовь. Чем больше любви будет проявляться, тем больше счастья будет. Как справиться с собой, ведь там большое количество негатива, об этом я рассказываю в школе. Не относитесь к эзотерике как к прикладной науке или прикладному искусству. Эзотерика — это больше философия и даже, я бы сказал, образ жизни. Образ жизни, в ходе которого человек там для помощи себе может читать мантру, ежедневно дисциплинируя себя, или ставить ритуальную защиту для того, чтобы не так сильно его беспокоили внутренние состояния и разочарования. Доводить дело до конца, эзотерика не может быть началом и концом. Человек либо входит в эзотерику, и она становится частью его судьбы и частью его жизни, внедряясь и становясь жизнью. Либо ему не нужно считать ее делом. Эзотерика есть жизнь. Знаете, человек говорит, сколько по времени и так далее. Нет, это должно войти в вашу жизнь и частью вашей жизни стать. Тогда это начнет работать. Это интегрированная система. Знаете, что такое религия? Религия — это не помолиться и забыть. Религия — это думать о Боге. Религия — это верить в Бога, религия — это там бояться, соблюдать заповеди, это есть религия. А когда человек говорит, ну я вот религия — это там чуть-чуть, а все остальное, или там в церковь сходил и все, я верующий, это не так. Потому что религия — это совершенно другое. Также эзотерика — это целое осознанное восприятие, сформированное за счет новых образов сознания и новых чувств, которые создает у себя человек. И это помогает человеку в дальнейшем изменить тотально свою судьбу. Второй вопрос вы же задаете. С чего одного, главное, благодаря вам, перестала себя чувствовать жертвой? Деньги скоро будут, не знаю как, а мне 60, ощущение возраста. А это вы прошлую первую ступень, старую, смотрели, я понял. Жаль тех людей, кто смеется над эзотерикой. Я ни при чем, мне все равно эти люди. Я обычно говорю, ну, если ты такой умный, если ты так много всего говоришь, почему ты такой несчастный? Если я рассматриваю себя, то я говорю, я счастливый человек. Я люблю жену, люблю детей, люблю маму. Мне нравится вставать, мне нравится просыпаться, мне нравится моя работа. У меня получается зарабатывать, у меня получается руководить, у меня получается жить. У меня получается отложить, у меня получается потратить, у меня получается путешествовать. У меня получается жить интересно, любить близких, у меня получается коммуникация с близкими. У меня получается знать что-то еще и жить так, чтобы жизнь была интересной. У меня получается делать так, чтобы меня любили дети, это важно. У меня получается так, чтобы меня любила жена и теща. У меня это получается, это огромное счастье. Что я для этого делаю? Я занимаюсь эзотерикой. А когда ты занимаешься эзотерикой, то это, по моему мнению, один из путей, который может привести человека ко всем этим мной перечисленным задачам. Поэтому начните. Вы же только начали. Но я могу сказать, что вы правильным путем идете. Успехов вам. Пусть все будет хорошо. А где заказывать продукцию? Извините, что не по теме. Вот здесь вот сейчас указан адрес сайта и все остальное. Вы можете перейти, набрать номер телефона или перейти на сайт и приобрести себе все, что захотите.